Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Мы с вами продолжаем рассмотрение проекта Криптония Покер, и я решил, что раз проект настолько успешный, не стоит обходить его вниманием. И я считаю, что нужно сделать как можно лучшую рекламу для данного проекта, потому что данный проект, мне кажется, является крайне перспективным. Немногие проекты собирают такую внушительную сумму. Итак, приступим. Криптония онлайн-покер с использованием блокчейн-технологий. Ни для кого не секрет, что в данный момент времени рынок онлайн-игр развивается огромными темпами, привлекая к себе внимание все большего числа игроков по всему миру. Это обусловлено многими аспектами, в частности, ужесточением законодательства. Теперь играть можно только в определенных игровых зонах. Нежелание тратить свое время на дорогу в игровой клуб, платить за проживание в игровом городе, например, для Америки это Лас-Вегас. Зачем все это, если достаточно просто включить компьютер, зайти в игровой рум, предложить игру и играть с такими же людьми, как и ты? Простота в использовании, удобство и безопасность средств являются основными факторами, которые определяют успех любого интернет-покер-рума. Есть мнение, что размер индустрии онлайн-азартных игр в 2018 году достигнет практически 52 миллиардов долларов США, а к 2020 году рынок азартных игр достигнет 60 миллиардов долларов. Игра в онлайн-покер же, в свою очередь, занимает, наверное, львиную долю данного рынка. Какие же проблемы сейчас есть на данной сфере, скажем так? И самая главная проблема – это мошенничество. Поддельные комнаты для игры в покер, при помощи которых жулики зарабатывали за счет реальных игроков. Это очень частый пример, который накладывает неизгладимое впечатление на игрока, отталкивая его от дальнейшей игры. А также сомнительная генерация случайных чисел в играх, которые могут быть с легкостью предугаданы мошенником, расшифрованы и часто приводят к проигрышу честного игрока. Я считаю, что данная проблема очень-очень остро стоит в такой теме, как покер, потому что там важно практически все до мелочей. Это как шахматы среди азартных игр. С остальными проблемами мы с вами ознакомимся в следующем видео. А на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.